Все мы время от времени заказываем в интернет-магазинах одежду, бытовую технику, игрушки и косметику. Неограниченный выбор, заманчивые скидки, возможность избежать толкотни в торговых центрах и сделать все покупки, сидя дома на диване. Но даже опытные онлайн-покупатели порой совершают досадные и нелепые ошибки, которые могут привести к финансовым потерям. Первое, что нужно сделать для безопасного интернет-шоппинга – завести отдельную банковскую карту. Этим вы обезопасите свой основной счет в случае, если нарветесь на мошенников. Кстати, именно для этих целей созданы виртуальные карты. Виртуальная карта – это карта без физического носителя. Вот. То есть у вас есть номер, у вас есть срок действия, у вас есть CVV, но физически ее нет. Вот. Поэтому потерять ее сложно. Вот. Ну а пользоваться в интернете удобно, да, то есть вы с зарплатной карты перевели на виртуальную, а с виртуальной уже оплачиваете в интернете покупки. Совершайте покупки только с домашнего компьютера. Выходя в сеть через бесплатные соединения в общественных местах, вы рискуете стать жертвой интернет-мошенников. Не игнорируйте предупреждения от антивирусных программ о возможной опасности сайта. А при регистрации в онлайн-магазинах не используйте одни и те же пароли. Пароль должен состоять из случайного набора букв и цифр. Прежде чем решить, на каком сайте вы будете делать покупки, внимательно изучите отзывы. Обращайте внимание не только на положительные, но и на отрицательные. Это поможет составить наиболее полную картину. Сейчас достаточно много интернет-магазинов зарекомендовали себя как надежные. И если вы нашли то, что вам нужно на нескольких сайтах сразу, сравните цены, стоимость доставки и срок гарантии. Не забудьте про скидки, которые помогут существенно сэкономить. Внимательно изучите условия оплаты. Например, некоторые зарубежные магазины не работают с жителями других стран. Также в цену товара должен быть включен НДС, а информация о стоимости доставки должна указываться отдельно. На сайте обязательно должна быть контактная информация с адресом, электронной почтой и телефоном. Обратите особое внимание на политику конфиденциальности. Надежные магазины всегда уведомляют своих клиентов, какие технологии они используют при передаче данных о ваших платежных системах. Приобретаете вы товар онлайн или в торговом центре, не забывайте о том, что ваши права как покупателя защищает закон защиты прав потребителей. Если вам продали по интернету товар ненадлежащего качества, то и вы имеете право предъявить те же требования к продавцу, что и при продаже обычного товара, скажем, через магазин. В любом случае, если идет речь там не о какой-то безделушке, а о каком-то серьезном товаре, надо заключать договор, естественно, на русском языке, чтобы вы видели, с кем вы имеете отношение. Вот, если будет такой договор заключен, то можно будет предъявить соответствующий иск, если ваши требования в добровольном порядке не удовлетворяются. Всегда требуйте, чтобы в вашей посылке был присвоен трекинг-номер. Если его нет, то отыскать бандероль в случае пропажи будет невозможно. Впрочем, как и вернуть деньги. Следите за почтовым отправлением в пути. Если срок доставки начинает затягиваться, не ждите и начинайте искать. Одно дело, если бандероль к вам идет наложенным платежом и деньги вы отдаете после того, как проверили товар. Но некоторые магазины требуют 100% предоплату. И тут очень важно не нарваться на мошенников и так называемые сайты-однодневки. Если же магазин существует не первый год, нареканий на него никогда не было, а вы хотите сделать заказ именно там, то не расписывайтесь за получение посылки, пока не убедитесь, что содержимое полностью соответствует тому, что вы заказали. В случае пропажи одного или нескольких товаров составляйте акт с подписью руководителя отделения почты и отправляйте его продавцу с требованием компенсации.